Приветствую, друзья! Сегодня я хочу познакомить вас со своим другом, цыганом, которого я уже не видел более 2 лет. Это очень творческий и интересный человек. Кузнец, повар, спортсмен. Надеюсь застать его дома. Дима! Демьян! Выйди, пожалуйста. Ой, ёпки горючие! Привет, мой зовут! Слышишь, ну ты это, ты актер, короче, там за алкаш орёт. Проходи, как дела у тебя? Ничего, нормально, проходи. Так, может, прогуляемся где-то недалеко? Чем ты занят? Да ничем, собрался это, ехать, сделал морковку по-корейски. Красавчик. Один шаурбиз забрал, короче, начали табуру водить, ну, а там лишнее осталось, думаю, поехать по городу покататься, ну, остальное. Подработать, да? Ну, сдать, да. Молодец, а то у меня там где-то 15 кг ее. Красавчик. Я рад тебя видеть. Да я тоже рад тебя видеть. Да ты когда приехал? Там неделю назад, не, меньше. Ты в Москве был, да? Не, в шахтах в Ростовской области. Ну, жена там же ее эвакуировали туда. Габриэлу. Ну, Кубинка, помнишь? Ну, я тебе за нее рассказывал, да. Но ты так и с ней проходи, не познакомился. Ну, походи, чаю попьем и пойдем. Или... если я тебя отвлекаю, давай нет, в другое время. Нет. Точно? Точно. Все. Ну, проходи, да. Собака, вот я помню, был громадный. У меня уже их 3, Игорь. Да ты что? Да. Короче. Ну, он это, не накинется. А вот, во-первых, на заднем дворе. Понял. Проходи. Босс, я помню, да, был? Да, он там на той хате. А это у нас мочка, мы ее подобрали под магазином. Проходи, Ботя. Это ты пристройку сделал, да? Вот это то, что ты рассказывал. Ну это, да, тут мы сейчас дома достроили, но не успели это делать. Красавчик. Там еще ту сторону. Хотели тут сделать кухню, а потом поняли, хорошо, что... Ну правда, войдой немного поэта. Ну понятно, гости понятно. Гости у меня вот на заднем дворе лежит. Бубен, да ты все. Ну, да. Творческий человек, да. Артист. Игорь, у меня еще и шабанский бубен есть. Офигеть. Вау. Такой, это настоящий шабанский бубен. С этими, со славянскими рисунками. Вау. Видишь? Ух ты, это интересно. Да, настоящая козочка, вот кожа, видишь. Вау. Ну, его немножко натянуть надо. Ну, вот ты как всегда, а это, гитара осталась, мою гитару вынесли. Гитара в Чехии моя, блин, там вообще, ехал в Чехии, такая проблема была с гитарой. Короче, я ее забыл там, я сел в этот... Часики какие, офигенные. Да, это мне друг с севера привез этот самый, я говорю, Димон, подарок. Правда, подарок этот 3500 за ремонт отдал. Обалдеть. Ну, понес на ремонт. Это раритет. Короче, да, это раритет, короче, не заводились. Ну я посмотрел у этих у антикварщиков, которые там, они короче 5 стоят, а за ремонт я 3,5 отдал. Ну короче такие дела, брат. Здорово, слушай, я рад тебя встретить вообще. Я тоже рад. Вот босс мой спит, смотри он. А ну. Босик. Красавчик. Босс, привет, дорогой. Помню тебя поменьше был, совсем маленький был. Босик, встать, дяд. Красава. Красавчик сразу. Какой он хороший друг. Любит цыганское слово джад. Вот это слово джад цыганское, да? Цыганское слово джад. И азеры еще применяют слово джад. Только у них это сердце, а по-цыгански это пошли. Понял. Немножко разные, ну такое.
Это все тут я батю хочу делать. Я говорю, сегодня как руки не доходят. Ну, всему свое время, конечно. Ну да, так бы ты приехал, мы бы там попарились вообще. Да, приготовили бы что-то вкусное. Мотька. Молодец, молодец. Спас собаку. Ну да, она, короче, представь, хозяйка умерла. И она месяц в хате прожила. Голодная, ни жрать, ни пить. Внучка бросила. Сидела под магазином. И записка: я хорошая, послушная, возьмите в хорошие руки. Вот так вот. А эта Надюха пошла за хлебом и, ну, короче, забрала ее. Молодцы. Ну и она живет. Вот. Игорь хороший. Проходи, Игорь. Тут мы так живем. Ну ладно, тебе, малышка, не бойся. Не бойся, Ботя. Я Ботя. Добрый, люблю животных. Иди сюда. Мотя. Мотя, Игорь хороший, не переживай. Мотя. Она просто... У нас 4 собаки и 1 кошка у родителей, представь. Обалдеть. А лучше... Я рад тебя видеть, блин. Я вообще, я переживал. Я как увидел, что с вашим домом стало. Как этот видео попало мне там, блин. Я думаю, что, как, где, кто, да, блин. Да. Вообще, конечно. Та я... жесть была, жесть, мой тут друг. Тут прилетело в потолок, и тут дырка была. Я тебе покажу. Прилетела херня какая, вот, задела вот. Вот сквозная дырка, вот так, крышу, потолок, все пробило вот тут насквозь. Вот это вот, видишь? Угу. Вот это тут вот, как бы такое. Я же знаю тебя, ты ж кузнец. Да, ну да. Руки золотые, мастеровой человек. Да, ты тоже. Ну, у тебя, кстати, многому научился тоже. Не-не-не, мой друг, не, чай попьем. Сейчас я вот в Чехии купил тебе подарок. Хорошие часы. Да, такие классные вообще. Хорошие. Думаю, ну что ехать? Отработал чехи, только дам, типа, отдавал там. Да, думаю, да. Куплю себе часы, давно хотел. Ну, впереди куча часов, Игорь. Была проблема в том, что на часы смотришь, а время не видишь. То стразики, то рисунки, да, какие-то. Да. Иди сюда, подожди. На стульчик, иди сюда, и тебе удобно. Вот только позавчера мы получили паспорта. Я понял. Ну, не знаю, как-то работаем. Я приехал нормально, тут заработал бабок. У меня полляма была на руках. За 2,5 месяца срубил бабок. Молодец. А потом, Игорь, как пошло все через жопу, машина поломалась, в больницу попал, грыжа вылезла. Короче, то все, пока машину делал, еще денег. Короче, остался на нулях полных. Вроде бы и бабок поднял. Ну да, я там часть заработал, а часть я, короче, продал свой инвентарь, там, казаны, печи. Ну, чудак приехал. Ну, оставил что-то себе? Не, ничего не оставил, все продал. Так, Кузя, гараж мой сгорел, Игорь, дотла. Там, на, да. Я понял, на кооперативе. Упала, короче, ракета попала в соседний гараж, который за мной. Угу. Он там вообще сложился, как карты. Вот. А мне попали осколки. Я понял. Пробили насквозь. И с задней стороны, а там же у меня верстак деревянный. Да. Стенка деревянная. Да, и оно как зацепилось, краска за краску. Там потом газовые баллоны наверняка кислороды, были. Кислороды, да? Да, но они чудом не ют. Там была бы жопа, там бы вся улица сложилась. Короче, осколки со всех сторон лупанули. И, короче, я вот так гараж открываю. Я вообще никогда не мог поверить, что может так сгореть. Пепел, Игорь, все пепел. Просто пепел. Вот так берешь, пепел. Ключи беру, у меня там это комплект ключей был. Ключи горели так, что, короче, рукой гнется, как проволока. Ну, металл, сила металла потерялась, понял? Да, ну, уцелело чудом. Я это, слава богу, короче, что казаны не поворовали. Крышки только погорели, а печи, все, ну, как бы оно обгоревшее. Ну, я все восстановил быстро, почистил, покрасил, все навел там барафет, подделал крышки, кучу денег за эти крышки отдал. Короче, 2 крышки сделал деревянные, 30 штук где обошлись. Болтики, гаечки заказал сразу, чтобы привезли, 100 рублей. А там же только нержавейка надо, понял? А я это вчера, позавчера на море был, вспоминал тебя. Был на море, взял босса, а то, ну, я же еще как приехал, я разу на море не был. Мне так на море захотелось. Я пошел на море, короче, взял собак с собой, погулял и что-то вспоминал. У нас тут собака бегает одна, похоже на твоего луча, но она сучка. И я вот ее, как увижу, все время тебя с лучом вспоминаю.
Лучше с Габриэлой, все хорошо, красавчик. Она же его вытянула, ну то есть сберегла, все хорошо. Ну там история длинная. Да у всех, Игорь, такие истории, что... Да, я представляю. Это просто, вот у нас дом тут новый, мужик, короче, детям построил новый дом с красного кирпича. Сгорел за 15 минут, понял? Мамка говорит, сынок, мы вышли на улицу, ну, гостей, короче, провожаем. Вижу, говорит, тут такая херня красная летит, ну, осколок. И прямо в этот дом. И говорит, они успели только выбежать. 15 минут ровно. Охренеть. Вот так, как пылануло, и все, и жопа. Вот так, ну, короче, вот, да? Они успели отогнать машины, успели это, а нам прилетело, вот тут за гаражом упала чиракета, чи с миномета, пошинковала весь гараж. Да, видел, ты латал его. Ну, я хотел его полатать, но ничего не получается, сварка ее крутит, и, короче, я уже новый сварил. В гараже стоят, только, понял. Да, на, вот это сейчас время... машину закончу делать, это спилять и новые поставить. Ну да, я видел, что немножко это покрутило. Там их начало так рвать, их же волной вдавило. Ворота. Во-первых, я хотел ее сваркой вытянуть как бы сюда. Ну, начал вытягивать. Сразу вроде бы начало получаться. А потом начал выше подыбаться. Оно там лопнуло, там, короче, я понял, что ничего я не сделаю. И пришлось мне. Короче, купил я новый металл и сварил уже новый, ну, стоят в гараже, сейчас буду такое. Машина уже моя на грани смерти была, лопнула рессора, обыскали весь Ростов, рессоры нету. Короче, решили с военного Соболя поставить, тут тоже жопа задрана, ты видел? Да. То я бампер сварил. Швили. Да, я обратил внимание тоже. Короче, я думаю, вот эта рабочая завтра, лошадка стоит. Завтра с Мерседеса придут брызговики, я его покрашу, фары туда поставлю вовнутрь. Брызговички поставлю, потом габаритники я купил с длинномера. Без сахара, Игорь? Без. Я работал в ресторане на место встречи. Пошел, все нормально было, все работали там. Потом, короче, у них шаурма на дно села. Я говорю этому Денису, говорю, Денис, директору, давай я тебе шаурму раскручу. Ну, мы это такие блюда, там шурпу, плов делали по выходным. Говорю, давай сделаю это, шаурму раскручу, я делаю там. Ну, короче, закончились продукты у меня. Говорю, Денис, продукты закончились, давай. Вот я сейчас я тебе принесу. Короче, как придешь, я там туфты, то мясо кислое, то... морковка не настоящая, всякая муры, говорит, я говорю, не, брат, либо мы делаем хорошее, говорю, а то, что пропало, тупо в мусор, и все, как бы такое. Ну, короче, поругались на этой почве, на почве продуктов, и я ушел, короче, оттуда, говорю, не, я не буду работать так. Я знаю тебя, ты любишь качество, либо, плов, ну, да, потому что готовит это... бомбезный, какой у тебя... Ну, 148 видов плова, Игорь. Я в Одессе там работал 2 года. Узбеки там плакали слезами. Подходили к пацанам, к моим, с которыми я там это сдружился. Где вы этого черта взяли? Говорит, чтобы ничего продать не можем. У меня же этот казан на 200 литров. Очередь стоит, Игорь, очередь. Я видел твои посты. Я там Шекспира читал. Да, песни пел и так далее. Западенцы там, и тот, даже они там особо не искупляются по Одессе, так только на море приезжают, все везут с собой. Но даже западенцы приходили и там брали плов и брали борщ. Кстати, борщ готовил по-цыгански, Игорь. Обалдеть. С курицей, водкой и с поленом опускал в борщ, что парабан был души. Я такого вообще не слышал. Познакомился с бароном там, Коля, с Одессы. Он говорит, Дима, я, говорит, что-то вообще не в доумении. Говорит, я цыганский барон, у меня, говорит, дом, ну, показывал, огромный там, с резного кирпича, все, говорит, как это больше по-цыгански? Я говорю, приходи на 8 утра, мы вместе его будем заканчивать. Вернее, на 7 утра, на 8 мы уже выдавали его. Мне аж захотелось попробовать такое. Одесса вообще была там в шоке. Одесса была в шоке. С этого борща. Ну, я работал вот так наша точка кафе была, потом винная точка совсем маленькая. И грузинский ресторан у дяди Гиви. Вот, Игорь, он плакал вот такими слезами.
Говорит, Диме, я не пойму, что такое происходит. Говорит, я смотрю, камера, говорит, люди есть, а выхожу в зал, люди нема. Говорит, что... А это очередь ко мне за борщом. В 8 утра, Игорь. В 8 утра 150 человек стоит в очередь за борщом. У меня казан там выходило, да, 160 ведер двухлитровых. Мы набирали такое ведро емкостью 2-300. Туда ложили 4 куриные голени. Вот. Булка хлеба, натертая чесноком, укропом, специально делала пекарня под нас. И банка сметаны, 100-граммовая. Вот это все продавали 200 гривен тогда. Люди там приходили, там вообще в шоке они были. Да, борщ очень вкусный. У меня Я такого никогда не слышал. У меня же прабабушка, чистокровная цыганка. А прапрадед, он был русский. Он ее украл с табора, и они 5 лет скрывались в лесу, жили в землянке. Потому что по цыганским обычаям раньше это было... нельзя было этого делать. Нельзя было этого. И они 5 лет жили в землянке, скрывались от таборных цыган, чтобы ничего им не было. Да. Вот такая у них любовь была. С какой девушкой сейчас можно прожить в землянке? Еще и 5 лет. Есть такие люди сейчас, брат? Я не знаю. А они жили 5 лет в землянке. Вот так они любили друг друга. Вот откуда у меня. Это у меня по материной стороне. Поэтому мы все он кучерявые. Любим, да. Любим лошадей, любим музыку. Да, это здорово. Да, но такие вот дела, Ярёчек. А этот борщ, кстати, откуда он у меня взялся? Этот борщ готовила моя бабушка. Угу. Он, вот это блюдо, оно передавалось как бы, ну, вроде бы борщ, но он отличается от того борща, который по-украински, угу. Или тех щей, которые по-русски, угу. Или тех щей, которые по-белорусски. Они, ну, это совсем другой борщ. Во-первых, он принципиально готовится только до курицы. Угу. Не, он не готовится ни до каком другом мясе, там свинине или что. Туда обязательно добавляется чуть-чуть немножко спиртного, типа водки. Угу. Но это не для пьянства, как все думают. Да, понятно, понятно. Эта водка, она делает гармоническую связь всем продуктам. Вот что ты бы не положил. Ну, это как аккорд в музыке. Угу. Есть мелодия, а есть аккорд. Угу. Так вот, водка делает аккорд в этом блюде, как бы. Вот так вот, друзья. И потом последний штрих этого блюда, когда ты уже заканчиваешь. Это не пропаганда, да, алкоголя. И ему это уже рецепт. Да, это рецепт. И потом уже в конце, когда перед тем, как борщ отдыхать, достаешь горящее полено, угу. с печки и опускаешь его в казан, тушишь. Обалдеть. Чтобы было вот это как чай по-цыгански с дымком. И вот этот аромат. Вот этот дымочек, вот это вообще. Слушай, просто... я такого никогда не пробовал. Я, Игорь, потом, меня... да, я слышал, но мне, мне просто люди интересно там попробовать. Так, люди, такое. Белорусы, русские, да, даже западенцы, вот украинцы, там столько было благодарности. Люди, да, что ты там водку? Я говорю, брат, в 7:30, чтоб ты был тут. Ты лично ее будешь заливать тут. И вот приходит вот такой казан борща, 140 литров, Игорь. И вот берет бутылку этой водки, вот так выливает. Ну, водка это не для пьянства. Я понял. Водка в блюдо добавляется для гармонии вкуса, чтобы связать гармонию вкусов. Ингредиенты все. Да, связать в одно целое, чтобы ты, когда ел, ты слышал общий вкус, а не все по отдельности там. Понимаешь? И вот эта тюшка, она становится мягкой. Я даже вот в блины, когда делаю, тоже добавляю туда 50 грамм водки. Ну, если на пол-литра. Если на литр, допустим, делаю забес, то 100 грамм. Интересно. И оно потом, когда ты жаришь их, у них такой мягкий аромат и вкус блина очень вкусный. Бабушка не, у меня... Ну я у тебя нигде не вижу бутылок, это, тары, как не какой-то пустой. Нигде нет, ее прячешь, если ты ее везде используешь. Да нет, ну это же я только беру ее, когда готовлю, а так я... Я шучу. Так я ее не пью. Да, Демьян, он же еще и спортсмен, хороший борец. И Демьян ну, вообще Саша. Ничего не пьет, и не курит, и фигню не страдает. Да, да. Спирдобу вообще, вот в Чехии не могли понять, как ты был, там же пиво, какое вкусное пиво да, там в Чехии. Ага. Я говорю, нет, у меня собака, босс, тибетский бастиф, он водку не пьет. Когда я, отец мой выращивал свиней, у нас была ручная свинья Марта, 220 килограмм, она приводила, Игорь, таких поросят красивых.
Их вот так берешь, вот их просто, вот этого поросенка вот хочется целовать, вот такие красивые были. Я с ней ходил в магазин за хлебом, она ручная была, никуда не убегала, сидела, ждала меня, пока я выйду с магазина, идем мы домой. Так вот, один раз после гостей я делал мешку, и туда случайно попали, ну, спиртное, ну, недопитое. Так она со мной месяц вообще, она после меня еду не брала. Вот да. Я даю жрать, она не ест. Понимаешь? Даже свиньи умнее человека. Умнее. Тогда же ученые доказали, что да, собака да. умнее человека, свинья умнее собаки. Да, да. Вот. И, кстати, согласен. И по какой причине мусульмане не едят свиней? Не потому, что, как они говорят, что оно грязное. Это я узнал. А потому, что у нее выше вот это вот... Это человек... разумное существо, да. да. Я читал об вот этом. Вот именно по этой причине. У нее развитие мозга трехлетнего и даже старше, чем трехлетнего да. ребенка. То есть представьте себе. Если, а у собаки до 2 лет развития мозга. До 2 лет. Свиньи. Свиньи, по-моему, если я не ошибаюсь, более 3 лет развития. То есть, если ребенок в 3 года уже ходит, читает и понимает, кто есть кто, мама, папа и так далее. И говорит, разговаривает уже. Да. Вот это свинья, только она не говорит. Да. Вот так свиньи, вот. Они очень любные, они понимают и... Только что у каждого вот это своя это. Я вот с одним мусульманином там в Одессе, там, ну, у нас там терки были, они, их это бесило, что они плов продают по 80 рублей, а мы продавали по 250 рублей порцию, ну, гривен. И у нас очередь стоит, а у них ничего не берет. И он мне даже не ответил на этот вопрос, почему. Он говорит, что свинья, мол, грязный животный. Я говорю, а ты не грязный животный. Свинья водку не пьет, а ты водку пьешь. Свинья не курит, а ты куришь. Ой, красавец. Я говорю, ну, обоснуй, почему она грязная свинья. Ну, черная, да, да. Она просто таким, вот она во мне спит. Я говорю, она во мне спит только потому, что хозяин у нее не убрал, ей деваться некуда, потому что она в клетке. А если пространство позволяет, она всегда будет спать на сухом, на чистом месте. Все четко сказано, все четко. Я хотел, чтобы это самое, мы вместе покатались. Не против. Да просто мне надо морковку куда-то на шару отвезти, там, чтобы это... Конечно. Ну, жалко, ты столько морковки, ну, как без бы... Без проблем, конечно. Кстати, ты любишь морковку по-корейски? Ну, ем. Ну, я тебе сейчас положу там. Да ну ты шо? Это... Да, Игорь, ну а что? Ты давай, продавай. Это продадим. Я просто сделал. Я очень рад. Да. Я очень рад, что мы встретились. Я очень рад. Игорь, я вообще, ну, как бы, когда вот это все началось, у меня вон седина полезла. Да, он. Вот это у меня, вот посмотри. Да. Я был далеко тоже, но у меня седые волосы, блин, за... Я месяц со своими связью, у меня не было ничего. Вот то сегодня, же самое, вот то сегодня же самое. С мамкой говорю, завтра звоню, начинаются новости, все, связь пропадает, и ни в какую, никуда, ничего. Это просто жесть была. Мы хотели вернуться, нас 25 человек, мы хотели вернуться. Мы 5 февраля собрались все, ну, когда уже это самое, и поехали обратно. Ну, я работал там на очень крутом заводе. Угу. Военный завод Bosch. Вот этот известный. Да, 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 я понял. Мы там делали насосы на всю технику, военную, обычную, там гидравлические, топливные, там все. И они, прикидываешь, позвонили. Угу. И нас на таможне со списком вышел. Пересадили под автоматами в автобус и отвезли на завод. Директор вышел и сказал: договор праця є. Угу. Вы должны отрабыть, а потом шуруйте на все 4 стороны. И вот то нам там пришлось, мы никак не могли оттуда выехать. Ну, такая же ситуация у меня была. Я же с корабля не мог списаться. Да. 4 письма им написал. Не помню, сколько это недель было. Недели 3 я ждал положительного ответа. Ну, в итоге все хорошо. Говорили, железную дверь, 300 человек.
Говорит, я не внутри знаю. Оставили 300. Ну, люди спрятались в подвал, а они вдвоем пошли за водой. Ну, как люди пить хотят, ну, дети маленькие, срать ходили на пакет. Говорит, мы приходим с водой, дверь заварена. А, они вышли 300 за водой. 300 человек в подвале, да. Мы, говорит, взяли... А заварили... Ну, кто заварили? Защитнички. Да. Я понял. Этот самый. И... Я понял. Говорит, я не знаю, откуда у нас силы взялись. Мы эту дверь, говорит, зубами вытрали. Зубами, говорит, находили какие-то там лобики, все, что было под рукой, все использовали. Вырвали ее там с луткой. 300 человек, ну это какими надо быть людьми, чтобы такое делать? Это не люди, это... Это уровень ниже собак. Вот в моем доме жили военные собаки, русские, поэтому... в моем доме. Ничего не тронуто, Игорь. Холодильник одиновый стоит, вот второй стоит, стиральная машина стоит. Вот тебе пример. Никто ничего не тронул. Все на месте. Велосипед мой на месте. Никто его не забрал. Велосипед на месте. Ну, единственное, что была закупорка. Тут же люди, ну, вот это заревшего дома. Кушать было нечего. Они готовили им там кушать в кашах. И закупорку, правда, да. Ну, мне не жалко, Игорь. Пусть... Да, естественно, люди... Это еда, это продукты. Это еда, вот тут люди... Ни для кого не жалко этого. Ни воды не было, что это страшное дело. А все на месте, то, что там рассказывают, там, ну, брехня это все. Все на месте. И два холодильника новых, стиралка, все. Вещи, у меня две дубленки, и те на месте. Вещи все мои на месте. Никто ничего не тронул. Да, и жалко, конечно, тех, что... Очень жаль. Много людей пострадало. Очень много людей пострадало. Ну, войны это просто... могло бы и не быть, конечно. Ну, видишь, да. Американские жополизы, да, что творят. Точно. Так и есть. Так, сейчас я, Игорек, одеваюсь. Поедем, погуляем. Да. Катаемся заодно.